люди. Добро здоровьте. Вода-то теплая. Катя, за полотенцем. Передумал. Бля, я только дождёшь, что нас примернёшь. Да. Почистили воду от стройки, почистили. А? А, я вижу, понимаю. Скажи, да? Классно. Вот. Ну там чай с тортом, да? Плыви давай. Можно с вами сфотографироваться? Ира, фотографируй нас, пожалуйста. У меня у вас 4 книги есть. 91-й год. Смотрите меня на ютубе. Ура! Здорово! Спасибо вам большое. И чистился. Да. Вам огромнейшее спасибо. Спасибо вам за ваши труды. Читаю. Спасибо.
Я это и почитаю. А видишь, как тупенько, хорошо. Отлично. Просто тут немножко. Нет, классно, мы вчера плавали, хорошо плавали. Подогреваем? Ну, да. Бассейн такой, бассейн. Речку там спускают. Речку там спускают. Ох, ты только. Мы почти не уровень. Да. Речку там спускают. Вода прекрасная. Прекрасная. Это как вот, когда прорубь опуска. После бани? Да нет, это вот на крещение там еще так. Вот это у меня надо быстренько одеться. Важно. Раздеться одеться. Переоблачение подходит. Ну, может, больше вот там уже ее руками, там уже. А иногда бывает, идешь, она эта пляжка пустывает. Я помню, в одной купальне был, Переслав Залесский, там купальня. Сейчас я какая-то стоит. И ладно. Такая она считается, ну, подальше туда. Вот по дороге, красивая такая дорога земля. И я как раз... Это январь или что-то такое. Вот туда только зашел, шлепался кто-то. Раз, выхожу я так вот, оп, шлепанец пристыл. Как вторая нога, да. Оп, и вот пристыл, я же не говорю, смотри. Как дед языком к металлу, да? Ага, по-моему, святой Варвар. Купальня, ну так они любят называть. Если купальня есть, святой Варвар, или еще что-то там такое. Я чем больше думаю, тем больше керуну к нашим дальше. Отрекаюсь дальше. До этого же жили как-то без Бога, без этого Христа. Ну, как бы сказать, ну, не люби, ну, хоть так его назови. Магометом там, Аллахом, или еще как-нибудь. Специально нас разделяют. Вот, вот такой. Да. Как не есть. Назови его так, назови его так. А он все равно вот так. А теперь я с вами, конечно, говорят, не сотвори гумира. Но у меня 4 книжки ваши, вот это 91-й пропустили. Ага. Сейчас... А тогда была неразбериха, так сказать. Не ясно, непонятно. Пропустили вас. Сейчас не пропустим, да? Да, конечно.
Даже не знаю, что там народ особо не покупает. Я веду канал особо, и народу мало на нем. Да? Интересно, блин. Не знаю. Я вот с ним общаюсь. Человек 5 посетить тебя. Тихо, песня. Что вот это было? Они не знали, что можно просто сильно бесплатно. Да, да, бесплатно, без всяких всех. Поддержит свое здоровье. Thank you.
Наверняка. Не учись. 20 лет. Может, еще какой-то. Наверное, 5 курс или ладно все. Продолжение следует...